Это был самый счастливый день в нашей жизни. Блин, ребят, ну я тебя так люблю. Последний счастливый день. Перед тем, как все началось. Что? В лесу пожар. Все будет хорошо. Уходи, не сегодня. Я вернусь. Нет, мама, никаких молитв, это не поможет. Нет, вы должны быстро уехать, вы не можете оставаться здесь. Кто-нибудь скажет, что здесь происходит? Ваш муж получил высокую дозу облучения. И если вы к нему войдете, вы погибнете точно так же, как и он. Не переживай, все еще наладится. Выйди замуж. Ради детей. А вы не боитесь воспитывать своих детей на этой земле? Выйди! Я не хочу всю жизнь прожить в этой зоне. Я улетаю в Париж. А если я не вернусь? Но ты будешь знать, что я жду тебя. Я люблю тебя. Останься со мной. Роди ребенка. Девочку, блондинку. Выбирая между будущим и прошлым. Я слышу, как она зовет меня. Куда они летят? Каждый год они пролетают тысячи и тысячи километров и всегда возвращаются на то же место. Всегда.